Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео с распаковкой моих посылочек. Как всегда, будет много разного интересного. Ссылочки на все найдете в описании. В первой посылке у меня находится набор банных полотенец. Состоит он из двух штук. Состав 100% хлопок. Страна изготовления Турция. Полотенчики заказывал на Wildberries. Все пришло быстро. И внутри все это выглядит вот таким образом. Только достала и сразу вижу, что очень приятные полотенчики на ощупь. Что тут у нас? Все то же самое. Набор банных полотенец. Две штуки 100% хлопок. Дарим заказ, дарим лучики тепла, составленный отзыв. Так вот выглядят сами полотенчики. Маленькое полотенце. Ой, маленькое, оно совсем не маленькое. Даже можно сказать наоборот, довольно-таки большое полотенце. Даже маленьким полотенцем можно хорошо укрыться. По краю имеется вот такая вот вышивка. Плотненькая, приятная, очень хорошая. Хочется трогать, хлопковое прям чувствуется. Второе полотенце, оно огромнейшее и можно укутаться полностью. Тоже по краю имеется вот такая вот хлопковая вставочка. А ворс очень мягкий. Мягкий, пышный, тактильно приятный. Считаю, что за такие полотенца цена очень демократичная. Полотенчики плотные, премиум качества, очень хорошие. Мне понравились, рекомендую. Следующая моя находочка, она тоже с Wildberries. Здесь у меня находится гуашь 12 цветов. На самом деле мы уже этим начали пользоваться. Детки у меня красили, рисовали, и я уже даже знаю, как это выглядит. Я специально положила все обратно для того, чтобы показать, как это приехало. Вот таким образом все приходит хорошо запакованным. Также я вижу, в подарок продавец положил цветовой круг, что облегчает рисование детей и ознакомливает их со смешиванием цветов. Я думаю, это очень круто, потому что дети, глядя на этот круг, смогут то-либо придумать сами новое. И, конечно же, сама гуашь. Выглядит она вот таким образом. 12 цветов. Удобно то, что имеется отдельная упаковка. Все это комфортно хранить, ничего нигде не валяется. И в отличие от других гуашей, которые мне встречались раньше, все коробки были бумажные. И буквально после двух применений коробка уже вся разлетается. В данном случае ничего никуда не разлетится. Пластик, я думаю, дети мои точно сломают. Все это будет храниться очень хорошо. Также широкая палитра, очень много различных цветов, посмотрите. И все цвета яркие, хорошие. Также отлично переносятся на бумагу, быстро сохнут. Краски гипоаллергенные, не выцветают при высыхании. За счет того, что пластиковая упаковка, также удобно не только хранить, но и брать с собой куда-либо. Так как дети мои уже рисовали, я также заметила, что данные краски не выцветают после высыхания. Ну и давайте, чтобы не быть голословным, возьмем какую-нибудь яркую красочку, нанесем ее на бумагу. Я покажу, как это переносится. Взяла кисточку у детей какую-то. И вот, посмотрите, краски уже готовы к использованию. Их не нужно разводить. Просто берем кисточку и наносим. Набрала некоторое количество. Посмотрите, как хорошо все переносится. Не плешивит. Приятно. Комфортные красочки. Свеженькие, не сухие. Одно удовольствие ими пользоваться. Также за счет того, что они сертифицированные, они безопасные. Посмотрите, как быстро все это высохло. Я думаю, ни для кого не секрет, что краски — это один из способов развития мелкой моторики, потому что кисточку держать — это еще то приключение для маленьких деток. И я, как любая мама, стараюсь использовать все методы для того, чтобы мои дети развивались как можно лучше. Также у данных красок была бюджетная цена. В целом очень понравились. Если ищете хорошую гуашь, присмотрите именно к этому варианту. Я не в первый раз заказываю краски с Wildberries. Сколько раз заказывала, всегда они приходят полусухие какие-то, полумертвые, их нужно было разводить. Первый раз я встретила именно краски, которые в очень хорошем качестве, хорошо переносятся на бумагу, и не нужно их как-то подготавливать перед использованием. Также у красок нет никакого постороннего запаха. Дата изготовления супер свежая, в целом очень хорошая. Баночки объем 20 мл, масса нет, это 320 грамм. Следующая моя покупочка, здесь у меня топ-холтер. Все пришло вот таким образом, заказывала на Wildberries. Все это выглядит вот так вот. Состав 95% полиэстер, 5% эластан. Размер у меня М. Топ сделан очень хорошо. Ниточки не торчат. Все строчки ровные. Интересная особенность — это то, что он через голову и необычный. Довольно-таки открытый топ. Мне нужен был именно такой, поэтому я его заказала. Мне нравится, как сделано. Ткань приятная, эластичная. Ну и давайте покажу то, как этот топ выглядит на мне. Благодаря такому уникальному лекалу топ идеально держит грудь на 180 градусов. И даже, как мне показалось, придает ей объема и подойдет даже для самой маленькой груди. Мне очень понравился данный топ. Я думаю, идеально подойдет для любого вечернего образа, для особого случая. Ну, и если вы носите такое на повседневку, то тоже имеет место быть. Обязательно пишите, как это смотрится со стороны. Следующая моя покупочка, я ее делала в этом же магазине и купила я данный предмет, комплект тому топу, который я вам только что показала. Здесь у меня находятся митинги. Это тренд 2024 года, я, конечно же, не смогла пройти мимо. Вот так вот все пришло запаковано. Что тут у нас? Митинги Алена Крейн, размер SM. Все хорошо сделано, все строчки ровные.
ткань эластичная, очень приятная, хорошо тянется. На мне данные митинги выглядят вот таким образом. Не сдавливают руки, как мне казалось, даже удлиняют их. Отлично разбавили и разнообразили мой образ. Примеряла эти митинги и с другими моими вещами. Тоже смотрится очень необычно, стильно и помогает выделиться из толпы. Следующая моя покупочка — увлажняющий крем для тела фирмы Balenci. Ароматы данного крема по мотивам Dior Home Sport. Заказывала я его для своего супруга. Я уже много заказывала косметики фирмы Balenci и все заказывала для себя, но решила, что для супруга, наверное, тоже, думаю, надо заказать. Его побаловать, так как у него закончился тот крем, которым он пользуется на данный момент, я решила ему заказать этот на замену. Если вы смотрите меня давно, то вы в курсе, чем отличается данный бренд и чем он мне так нравится. А отличается он тем, что все косметические продукты, представленные в данном магазине, их ароматы сделаны по мотивам знаменитых брендов. Ароматы, конечно же, на 100% схожи с оригиналом. Также у данной продукции крайне бюджетная цена, и, конечно же, я не смогла пройти мимо. Подарок продавец мне также положил парфюмированный крем для рук и тела по мотивам Кирки. Кремик выглядит вот таким образом. Также написан аромат, состав, способ применения, дата производства. Супер свежий, посмотрите, можно сказать, практически из-под конвейера. Комплекс из 4 масел глубоко питает и увлажняет. Увлажняющий крем для тела. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Комплекс из 5 экстрактов растений. Я уже пользуюсь подобными кремиками регулярно. Они мне очень нравятся. Кожа после применения просто замечательная. Мало того, что данные кремики замечательно увлажняют и питают кожу, также аромат сохраняется на коже на долгое время. Вот таким образом. Я уж туда пальцами залезла. Знаю, как он по консистенции. Такой мягкий, приятный, увлажняющий. Отлично распределяется и быстро впитывается. Аромат обалденный, схож с оригиналом. Я перед тем, как заказать данный аромат, конечно же, пошла понюхала, какой аромат Dior Home. Могу с уверенностью сказать, что аромат идентичен с оригиналом. Очень вкусно пахнет. В целом, если еще не пользовались косметикой фирмы Balenci, от души рекомендую попробовать хотя бы одну баночку. Я думаю, вы останетесь в восторге после применения. Следующая моя покупочка, здесь у меня повторка. Я не в первый раз заказываю, уже неоднократно вам показывала. Здесь у меня идет кислородный карандаш фирмы Pink Magic. Я вам уже неоднократно рассказывала, показывала, говорила о волшебных свойствах данного кислородного очистителя, и он мне так нравится. Я его применяю везде, где можно. Очень хорошо он работает, замечательно очищает. Цена у него бюджетная. Всегда заказываю в количестве 2 штук, потому что так выгоднее, чем заказывать 1 штуку. Улетают они у меня на ура, потому что я только ими пользуюсь и везде все ими уже поотмывала. Но все равно есть то, что еще не отмыто, и мне еще нужны были кислородные отбеливатели. Да, с маленькими детками кислородные очистители у меня уходят быстро. Пользоваться данным кислородным карандашом очень легко и просто. Инструкция крайне подробнейшая, и ничего не нужно, никаких танцев с бубнами, просто берем и делаем. Перед тем, как воспользоваться данным кислородным очистителем, нужно намочить поверхность, которую будете очищать, водой температуры 50-60 градусов, потом потереть данным карандашиков, оставить здесь на 15 минут и уже после можно постирать. Также данный кислородный карандаш отлично подходит для любых поверхностей. Допустим, я им отмывала столешницу, подоконники, диван, те места, которые я не могла поместить в стиральную машину. Сегодня мы вместе с вами, конечно же, тоже протестируем, проверим. Я вам покажу чудо-свойства данного кислородного карандашика. Все приходит вот таким образом. Как мы видим, вот такой вот карандаш находится внутри. Давайте не буду долго рассказывать, сразу перейдем, покажу, как он работает. Принесла нашего испытуемого, а именно белую футболку. Также принесла тарелку для того, чтобы намочить данную футболочку горячей водой. Ну и, конечно же, Pink Magic в помощь. Первое, что нужно сделать, это намочить пятна горячей водой для того, чтобы поверхность была теплой. Далее, после того, как намочили, берем карандаш Pink Magic и все хорошенечко вот так вот наносим. Прям все пятнышки хорошенечко вот так вот намажу. И далее я все это оставлю минут где-то на 10-15 для того, чтобы данное средство подействовало. Видите, уже реакция идет, все начинает пениться. На самом деле, все это делать легко, быстро, просто. Отмывает очень многие пятна, такие как шоколад, фрукты. В данном случае Артур капнул чем-то жирным, да еще здесь что-то намазал. Я даже не знаю происхождение этих пятен. Но не в первый раз он мне приносит такие футболки. Раньше я боялась белых футболок. После того, как появился у меня Pink Magic, я белых футболок больше не боюсь. Все это оставлю. Пусть оно подействует, а после уже покажу вам результат. Ну, а пока у нас отбеливается футболка. Вот такое состояние. У меня дети привели столешницу. Я уже намочила поверхность. Давайте при помощи кислородного очистителя сейчас все это сюда нанесу.
и оставлю на некоторое время. Прошло некоторое время, давайте теперь протру тряпкой и проверю, что у меня случилось с моей столешницей. Смотрите, она стала идеально чистая, все хорошо отмылось, ни пятнышка не осталось, это ли не успех. Я долгое время не могла ничем отмыть данную столешницу, пятна ничем не отмывались, и вот только Pink Magic мне помог, и с помощью него я привела данный стол в порядок. Прошло буквально пару минут, все. Смотрите, футболка идеально чистая, все пятнышки отстирались, как будто бы ничего и не было. Красота! Далее эту футболку я теперь только отправлю в стиральную машинку для того, чтобы все это простиралось и вымылся порошок. В целом, мне даже кажется, вот это место там, где я наносила кислородный очиститель, стало чище, чем все остальное. Поэтому сейчас возьму данную футболочку, возьму именно уже кислородный порошок Pink Magic и воспользуюсь им, засыплю всю футболку. Вы скажете, зачем я сразу кислородным очистителем не засыпала? Да, все потому, что Pink Magic карандаши именно точечно хорошо отмывает, поэтому для точечных каких-то загрязнений я использую именно вот такой вот в виде карандаша. Он мне нравится больше. Когда мне нужно большую площадь, я использую кислородный очиститель уже в порошкообразном виде. Тоже от Pink Magic использую. Нравится, как он работает. Если вы еще не пользовались Pink Magic, от души рекомендую. Обязательно закажите. Вы обалдеете, то какой у вас будет эффект после использования данного кислородного очистителя. Следующая моя покупочка. Здесь у меня мини-принтер розовый. Да, вы скажете, зачем мне столько мини-принтеров? Но на самом деле я данный мини-принтер уже заказала не для себя, заказала на подарок. Все, как мы видим, пришло хорошо запакованным. И внутри все это выглядит вот таким образом. Как мы видим, в подарок продавец положил комплект мини-принтеру. Идут 5 рулонов термобумаги. Далее идут 5 рулонов термобумаги самоклеющейся. И 3 рулона цветной бумаги. Вот такие вот. Также я вижу, продавец положил в подарок фломастеры. Что очень хорошо, потому что данный мини-принтер распечатывает черно-белым. И мои детки, когда я им распечатаю, все время используют фломастеры для того, чтобы раскрашивать свои рисунки, поэтому я думаю, это очень хорошая идея класть фломастеры в комплекте. Также, что тут у нас? Спасибо за вашу покупку, очень приятно. И сам мини-принтер, ну и также я вижу, продавец положил в подарок наклеечки. Также в комплект мини-принтеру идет кабель для зарядки. Сам мини-принтер выглядит вот таким образом. Ой, посмотрите, какой милый! Очень красивый. Также я вижу, в комплект с данным мини-принтером идет инструкция по применению. Конечно же, внутри в мини-принтере еще имеется один рулон бумаги, который входит в комплект. Всего получается 14 рулонов бумаги идет к данному мини-принтеру. Если вы не знаете, для чего нужен данный мини-принтер, лично мы используем его для того, чтобы либо раскрашивать раскраски, либо какие-то заметки себе раскрашивает. Школьники используют в качестве распечатки шпаргалок, что тоже интересно. Рукодельницы используют для того, чтобы распечатывать схемы, а хозяюшки на кухне либо какие-то рецепты распечатать, либо, допустим, на банке летом наклеить наклеечку с тем, что вы приготовили. Ну и давайте включим данный мини-принтер, проверим, как он работает. Подключила данный мини-принтер к планшету. Он легко работает с помощью приложения FunPrint. В данной инструкции имеется QR-код, можно отсканировать и установить приложение либо на телефон, в моем случае на планшет. Все легко, быстро устанавливается и также легко подключается. Давайте мы вместе с вами что-либо напишем. Напишем мини-принтер и дальше отправим на печать. Тут у меня, допустим, в углу можно сделать по горизонтали, по вертикали. Тонкий, обычный, слабый, сильный, кому как нравится. Одну копию, две копии, сколько хотите. Ну и давайте отправим на печать. Смотрите, как быстро сразу все отправляется на печать. Распечатали. Давайте еще распечатаем какую-либо картинку. Все, опять идет на печать. Я думаю, вы заметили, как быстро я это сделала. Немножечко ускорила до этого, но на самом деле все быстро, легко и просто. To-do list. И у нас идет список дел, что нужно сделать. В данном случае можно поиграться, увеличить шрифт, добавить строки и сделать как вам удобно. И также после того, как напечатали, все легко отрывается, ровненько, красиво. В целом мне нравится. Если вы еще не покупали себе мини-принтер, от души рекомендую, потому что это уже не первый мой мини-принтер. Я сама от них кайфую, пользуюсь. Я, пользуются мои детки. Также я в данном случае купила на подарок. Очень удобная штука, комфортно брать с собой, маленькая. Можно распечатать любую фотографию.
фотографию, однозначно рекомендую. Следующая моя покупочка для дома. Здесь у меня тюль-вуаль. Размер, длина 6 метров, высота 2,40. Цвет белый, 100% полиэстер. Выбрала именно этого продавца, потому что у него было большое количество размеров. Также по высоте, по длине все это регулировалось. Именно эти размеры мне хорошо подходили, поэтому заказала именно эту тюль. Как мы видим, все пришло хорошо запакованным. Выглядит все это вот так. Давайте найдем конец. Я, конечно, обязательно покажу то, как это выглядит уже в готовом виде, когда она висит, данная тюль. Что мне понравилось, это то, что данная тюль идеально подходила мне по длине. И также то, что не нужно что-либо с ней делать. Сразу берем данную тюль и уже вешаем ее. Не нужно дополнительно что-либо пришивать, подшивать, как-либо ее подгонять. Если она вам подходит по длине, сразу можно ее использовать. Тюль чисто белая, вот такая вот. Как я вижу, сделана хорошо. Никаких изъянов не нашла. Посмотрите, все строчки ровные, замечательные. Ну и, конечно же, показывает то, как данная тюль выглядит в деле. Мне очень понравилось, как она освежила комнату. Стало намного лучше, светлее, уютнее. Никаких зацепок, изъянов я не нашла. Цена была крайне бюджетная. Намного выгоднее, чем если шить самой или шила где-то в ателье. Следующая моя покупочка выглядит вот таким образом. Здесь у меня находится костюм, юбка и пиджак. Заказывала я на Wildberries. Чем отличается данный пиджак от многих других? Это тем, что в данном случае костюм укороченный вариант. Выглядит он вот таким образом. Укороченный пиджачок. Вот такой вот. Размерчик у меня М. У продавца также были другие расцветочки. Я решила, что мне черный больше всего подходит. И юбка выглядит вот таким образом. Спереди имеется небольшой разрезик. Юбка сбоку открывается на молнии. Как мы видим, все хорошо сделано. Ниточки не торчат. Все строчки ровные. Замечательно прошито. Ткань очень приятная. У пиджака спереди имеется вот такой вот карман-обманка. Выточки. Все как положено. Подклад тоже неплохой. Хорошо сделано. Показывает то, как данный костюм выглядит на мне. Для меня это необычно, интересно. В целом мне нравится, как это сидит. Долго решалась на такой укороченный костюм. Теперь понимаю, что зря тянуло время. Нужно было купить раньше, потому что мне нравится, как это выглядит. Но а то, как это выглядит со стороны, обязательно пишите. Следующая моя покупка — сумка шоппер с двойной ручкой. Заказывала на Wildberries. Размер 40 на 32. Долгое время я ходила с одним шоппером, но как любой сумке, та сумка у меня пришла в негодность. И в этот раз я купила себе на замену вот такую вот сумку шоппер. Двойной ручкой. Тут еще ручка. Данная сумка меня привлекла тем, что можно перекинуть все это через плечо и носить таким образом. Не обязательно носить только на плече. Также она очень вместительная, большая и закрывается на замок. Вообще, в целом, ее можно использовать, мне кажется, как обычную сумку. Не только как шоппер. Внутри имеется большой отсек. Далее имеется карман. Ткань очень плотная, приятная. Это хлопок стопроцентный, я так думаю. Тут не написано, конечно, но очень-очень такая плотная ткань. Все строчки ровные, как я вижу. Замочек хорошо пришит. Замечательно. Внутри хорошо также все обработано. Посмотрите, вот так вот. Ничем не пахнет. Мне понравился лаконичный серый дизайн. Сумка большая. Если ищете хороший бюджетный вариант, рекомендую. Предпоследняя моя покупочка. Мы ей уже воспользовалась. Я заказывала свечи для торта на день рождения Артуру. Но так как день рождения уже прошел, а свечи приехали прямо в день с днем рождения, просто не успела физически заснять, но решила вам все-таки показать. В чем отличие данных свечей от обычных? Это то, что у них цветное пламя. Обещают время горения от 8 до 12 минут. Свечи пришли вот такие вот первоначально. И мы ими пользовались буквально всего ничего. Они у нас, посмотрите, насколько уже прогорели. То есть один раз. Свечи на самом деле имеют цветное пламя, но не сказала бы, что прям как здесь показано. Не так ярко, но они отличаются по цвету. Не только желтые, да, они немножечко цветные. В целом нам понравилось, как эти свечи горят, как они сделаны. Все пришли хорошо запакованные. Тут вот такой вот контейнер был. И в данном контейнере в каждом отсеке лежало по две свечи одинакового цвета. Я давайте вам сейчас покажу на тех, которые мы не использовали. Вот так вот по две свечки лежало. Всего здесь 12 свечей, и это, мне кажется, более чем достаточно. В целом, мне понравились данные свечки. Если ищете что-то подобное, могу смело вам рекомендовать. Ну и последняя моя покупочка. Здесь у меня находятся шоколадные яйца. Я уже вам показывала подобную покупочку. Здесь яйца посвященные тематике Пушин. В прошлый раз я уже покупала такие яйца, но мы не смогли собрать коллекцию, поэтому я заказала заново. Да, у меня канцелярский ножик тоже развалился, поэтому я его вот так вот сейчас вместе с вами открою. И очень надеюсь, после того, как мы распакуем данные яйца, все-таки мы сможем собрать коллекцию. Все это пришло вот таким образом. В упаковке 12 яиц. Цена была чуть больше 1000 рублей. В этот раз продавец мне даже предложил
скидку, потому что я уже заказываю не в первый раз. Дима понял, что я собираю коллекцию, не знаю, но почему-то скидочку мне предложил. На каждом яйце имеются вот такие вот рисунки. Собственно, фигурки точно такие же. Тут гитарист, сыщик. Прошлую покупку нам не попался гитарист, и также нам не попался Пушин с фотоаппаратом. Вот такой нам не попался, поэтому нам нужны два вот таких вот Пушина, и мы заказали. Сейчас я данную коробочку отдам Артуру, пусть он сам откроет, посмотрит, и уже после я все-таки вам вставлю где-то здесь кадры, то сколько мы собрали и есть ли у нас целая коллекция. Открыли все 12 яиц, и опять нам не попался тот, что с фотоаппаратом. В этот раз попался с гитарой, а с фотоаппаратом так и не попался. Если вы смотрите, кто-то из моих зрителей собирал Пушина, напишите, пожалуйста, вообще с фотоаппаратом существует, может быть, специально сделали, якобы есть с фотоаппаратом, а на самом деле с фотоаппаратом нет. И как вы понимаете, коллекцию мы опять не собрали. Как думаете, стоит заказывать снова или уже нет? И мы не найдем Пушина с фотоаппаратом. Один пришел даже вот такой вот бракованный, как видите, гантели у него отсутствуют. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ссылочки на все оставлю в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока!